Скажите, пожалуйста, посмотреть на себя немножко со стороны, каково это? Непривычно. Надо запретить доктору этот переполет ему смотреть. Зачем? Давление же померили. А? Давление померили уже? Леонид, здравствуй. Значит, Миша, нужно, чтобы ты сейчас подъехал в эскадрилью. Это очень надо. Значит, приехала у нас служба безопасности полет. Но у них всего 2 дня, поэтому надо будет обязательно плотно. Ну, ты сегодня на вечер еще настраивайся. Я сейчас улетаю, летать буду. Товарищ генерал, задачу в сложных метеоусловиях выполнить экипаж готов. Вот тебе и ночь имитация. Да. Нет. Вот тебе имитация ночи. Так, Алексей Николаевич. Садись в машину и не выходи. Алексей Николаевич, я попрошу продублировать мне вот это. Хорош. Вот кадры отличные. Вот кадры отличные. А? Ёпта, тебе сложно условия. Тише, не ругайся. Тише. Тут темнота. Запишешь же. Thank you.
начало. Будем? Так, что скажешь? Скажу, здравия желаю, ты же генерал. Не надо. Не надо, а потом уже, да. Задача ясна. Готовы вылететь. Тут много не надо. Тут им говорю, готов выполнить. Вот эту мысль-то. Так, ну-ка, давай, скажи, пока не будем мы. Да не скажи. Так нет, тут это уже мой мечтовик сразу. Ну. Так, ну что скажешь? Товарищ генерал, задачу в сложных условиях. Давай его назовем генерал-лейтенант. Хорошо. Пусть ты не поймешь, какой там. Хорошо. И чуть поэнергичнее, погромче чуть-чуть. Так, ну-ка, попробуй. Товарищ генерал, задачу в сложных условиях выполнить, экипаж готов. Так. Товарищ генерал-лейтенант. Да. Товарищ генерал-лейтенант, экипаж в сложных метеоусловиях, задачу выполнить. Не торопись. Пореже и почетче немножко. Хорошо. Чтобы это слышно было. Так. Ну так вот. Так. Так, хорошо. Так. Нет, сможешь глаза немножко открыть. Вот сюда куда-то. Найди точку, ну-ка. Так, вот куда-то вот сюда вот. Так. Я тогда махну, хорошо? Угу. Только немножко поэнергичнее так. Так. Потому что сейчас ты очень вяло. Доклад генерал-лейтенанта Петрова. Товарищ генерал-лейтенант, вот это задача в сложных условиях выполнить готов там сейчас вот так. Так. Так, Алексей Николаевич, только попробуй куда-то смотреть. Чтобы глаза открыть, ага. Только не в камеру. Мимо. Так. Есть, да? Так, приготовились. А мы давай договоримся так. Вот загорелась лампочка. Угу. Через 4 секунды. Не торопись. Даже через 5 можно. Так. Готов? Так. Снимаю сейчас. Товарищ генерал-лейтенант, экипаж задачу в сложных метеоусловиях готов выполнить. Хорошо. Так. Давайте еще. Отобьюсь сейчас чем-то. Желательно, чтобы нам... Лучше, может, я махну тебя тогда. А то ты... Да? Так, и почетче. Ну, сейчас ты хорошо. А это что? Алло. Перезвоните попозже. Через минуту. Через минуту, мол. Так. Так, щупаешь головку. Ага, вот так, хорошо. И смотришь мимо. Так. Привет. Ты куда смотришь? Вот сюда смотришь. Сюда смотришь. Так, приготовились. Я вот так махну. Товарищ генерал-лейтенант, экипаж задачу в сложных метеоусловиях выполнить готов. Ну все, пошли.